Зацените мои новые лимитированные кроссовки. И жалко, что носить я их не смогу, потому что это конфета. Но далеко не простая. Внутри этого кроссовка я нашел леденец в виде пятки. И он выдвигался прямо из носа самого кроссовка. Нужно всего лишь открыть леденец и вставить его обратно в кроссовок. И все, леденец в удобном чехле в виде кроссовка готов. На вкус эта пятка была как зеленое яблоко. В целом было достаточно вкусно. Но облизывать пятку как-то странно. Но это не самое главное. А самое главное то, что вы можете просто убрать его в карман. Просто нажмите на кнопку, и леденец сам уберется в кроссовок. Короче, этому кроссовку с леденцом я ставлю десятку. Найти ты его можешь в магазине «Свитлавка».